Вот, прошло еще немало времени. Мы перекусываем пикник. Сделали небольшой шалаш. Вокруг лес. Вот. Вокруг лес. Ну, встретили одного ходячего. Встретили одного ходячего. И его укусили. Мне просто обосрался. И волк усили. Теперь он сидит и жрет яйца. Сырые яйца. Не, это лисы сушеные. Мы подозреваем, что он зомби. Да не, нахуй надо. Если что, нам придется его убить. Мы не знаем, что делать. Везде лес. Никого. Никого нет. Наш шалаш. До новых встреч там. Если мы выживем, мы зальем это на YouTube. Да. Пока.